Всем здорово, теневые бойцы, с вами Барсук, а мы с вами продолжаем проходить ивент «Фестиваль цветения». Так, смотрите, я, короче, нафармил 1200 жетонов, сейчас вместе с вами я здесь покупаю премиальный бустер-пак. Тем же самым в ивентовском марафоне я, естественно, дохожу до билета, да. И идем с вами на престижку. Здесь у меня 86 очков набито пока что. Ну, сейчас плюс 300 прибавится за премиальный бустер. И плюс еще к тому же, смотрите, здесь же еще добавили, короче, спринт бустер-паков. 130 очков я еще набью здесь, это у меня будет 140, да? То есть я еще заберу здесь 2 билета, да? Угу. Возможно, даже в этом видосе я и дойду до вот этой легендарной карты. Заберем с вами эту легендарную карту и посмотрим, что и как у меня будет по силе. В общем, давайте зайдем сначала в магазин. А, нет, давайте купим этот бустер-пак, да. Ну, все равно нужно переходить сначала сюда. На мне там сейчас надеты самые сильные шмотки, там, факира. Давайте посмотрим, что у меня прокачается, а что нет. Из сета Сакуры. Смотрите, здесь у меня оружка на уровне этих Дирхорн. Вот. Ну, по атаке, да, только сильнее. А здесь остальное все у меня прокачается. Смотрите, доспех прокачается, шлем и металка. То есть все прокачается, кроме этой глифы. Ну ладно, ничего страшного, нормально. Нормально, пойдет. Так, покупаем премиальный бустер-пак, конечно же. Вот, оставил я специально для видоса, чтобы вместе с вами, так сказать, вот это дело все сделать, да, купить бустер премиальный. Вот. Сейчас плюс еще к устойчивости, да, что-то там должно прибавиться или нет. За доспех Сакуры мне еще дали 90 устойчивости. Хорошо. Давайте идем в марафон ивентовский, да, фестиваль цветения. Так, забираем этот билет. Билет. В спринте бустер-паков, понятное дело, что я тоже там до чего-то дохожу. Так, шмотки, жетонский и еще один билет. Ну, понятное дело. Так, давайте переходим теперь мы сюда. Также забираем эти награды. 100 рубинских, 45 эпических ключей и 2 еще билета. Возможно, я в этом видосе, не знаю, дойду ли я, соберу я полностью сет Сакуры, 1100, да, здесь нужно набить. Ну, в любом случае, у меня, если что, билеты еще есть. Так что, если я сейчас вот, когда запишу престижку, да, если я сейчас не дойду до глифы, то я остановлю запись, вне записи, когда дойду до этой глифы. Ну, еще поиграю в ивент на престижке. Ну, я думаю, вы в курсе, да, что и как я буду делать. Вот, включаю опять запись и забираем уже с вами эту оружку, как только я до нее дохожу. Ладно, давайте, что я делаю, что я делаю. Кстати, приятного чая пития, кофе пития, кто там пьет чаечек, там кофеечек. Я сейчас сам пью кофеек, он со сливками. Ну, а тем, кто хавает, приятного аппетита. Короче, предлагаю сейчас надевать уже шмотки, но я эти моментики вырежу. Все, не прощаемся. Ну что ж, народ, переодел я своего персонажа, короче, надел шлем ныряльщика. Доспех спектра и судьбаруб. Ну, как вы знаете, на престижных режимах я играю судьбарубом и альдокатаны. По перкам давайте пройдемся. Так, служение тени здесь на шлеме, испарение. Блин, говорят, короче, что на престижке жестко уже стало, да, особенно там невидимка. Ну и Сакура последняя там вообще жесть. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, смотрите, отражение, крит масса, теневое исцеление. Ну и на судьбарубе у меня что тут? Энзюцу, бомбочка и точность. Ну, по стандартику все. Погнали на престижку. Да, я не помню, говорил я или нет. Ну, короче, бонусная карта у меня уже работает. Ну, когда я обычку снимал, я там говорил, что у меня проблема с бонусной картой в игре. То есть ее вообще не было нигде. А сейчас она уже появилась. Ну, и, соответственно, я и нафармил 1200 жетонов, ну, своим способом. Так, давайте участвовать и участвовать. Все, в бой, погнали. Единственное, чего здесь я опасаюсь, это невидимыча, короче, с нагинатой. А, ну, так как я играю, ну, не использую металки, да, в ивентах. Тем более у него крит, когда загорается, вот именно вот эта проблема, его крит. Если легионер еще невидимыч, знаете, то еще как-то нормально. А вот когда вестник невидимка, это же жестко, потому что вот этот крит, блин, загорается, и он пробивает через блок вас. Вот. Так, отлично. О, вот это урон, блин, смотрите. Вот и все. Да, что я хотел сказать, да, что этот... Когда вестник невидимка, да, это жестко. Вот. С легионером еще как-то можно, когда он невидим, подраться. То есть он через блок не пробьет вас. А вот, блин, вот этот... Если вестник, то пробивает через блок с помощью своего вот этого крита. Из-за этого немного... Так, я тебя понял. Хорошо, дружище. Блин, не ту теневуху, сорян. Вот и все. Да, здесь была моя ошибка, не ту теневуху я случайно сделал. Победа. Короче, я заметил, да, боты стали намного жестче, умнее как-то. Фиг его знает. Реально, блин, жесткие боты какие-то стали в ивентах. Так, давайте, умелый боец. Меня не покидает мысль, что тут этот невидимка, блин, с нагинатой. Реально, блин. Вот без металлок реально будет сложно с ним сражаться. Прототип, да?
Так, давайте подходим. Спецприем кендзюцу. Так. А, все, да, она умирает. Открывать течение. Хорошо. Ой, да, она прям знала, что я откачусь, и она сделает это тяжелый удар. Прям таки она знала. Так, окей, давайте второй раунд. Давай, мадам. Хорошо. Отлично. Ну и все. Смотрите, как ее там перекорежило, видели? Так, второй раунд взят на идеально. Но это пока первые противники начальные. Понятное дело, что они будут побеждаться сейчас на изи. Ну вот потом после первой Сакуры, да, после первого мини-босса, так сказать, уже противники пойдут, да, все жестче и жестче. Так, у нас здесь условия боя благословение теней. То есть кто кому удар нанесет, да, то есть там у того и будет набираться теневуха. Хорошо. Давайте. Благословение. Тут еще противник, блин, с этой катаной. Так. Я тебя понял. Вот я так и знал, что нужно было мне, короче, подкатываться в начале раунда. Вот и все. Да, в начале раунда подкатываться, потому что противники, которые в начале раунда на дальних дистанциях, ну, далековато от вас стоят, они в любом случае будут метать металлку, кидать металлку свою. Поэтому нужно подкатываться. Вот, если сейчас получится, ну-ка, давайте. Вот, видите? Подкатываетесь, и все, и вы уворачиваетесь от их металла, короче, вот этих. Так, отлично. Отлично. Блин. Короче, сделаю задний удар. Я думал, блин, ладно. Думал, сейчас как раз критану задним, добью по красоте. Но я не достал, он что-то... Да, далековато от меня там находился. Лежал этот противник. Ладно. В любом случае, я его забираю. Давайте, у нас сейчас первая Сакура, мини-босс. Вот после этой Сакуры, блин, пойдет самая жесть. Тут чувиха еще с камами, которая быстро теневуху, блин, этот, накапливает. Тоже немного проблематичная мадам. После нее, собственно, идет сам вот этот невидимка. После. Так. Хорошо. Давайте делаем вот так вот. Иди сюда. Отлично. О! Ну, первый раунд нормально взят, в принципе. Я бы сказал, даже да, но идеально. То есть мне Сакура ни единого удара не нанесла. Давайте второй раунд. Хорошо. Стальная Сакура, да? Поехали. Хорошо. Ах ты ж падла. Так. Иди сюда, мадам. Да ты, блин, надоела мне, ты. Иди сюда еще раз. Бросочек, нижний. В смысле, я ж... В смысле, а чего он не доделал нижний удар полностью? Зачем, почему он, блин, еще и сделал тяжелый удар какого-то фига, мой персонаж? О, управление, народ, управление. Это все управление. Лаганное. Так, хорошо. Давайте спецприем кендзюцу. Чё ты там стоишь, ты? О, давайте теневуха, сейчас и добьем ее. Вот. Ну, что-то первая Сакура пока на изи, первая Сакура. Но после нее идут противники уже пожестче, да? Победа. И на идеально тоже третий раунд был забран. Получаем, что мы здесь? Косарь, которым я практически не ставлю на глифу. Так, опять в меню оно что-то перекидывает постоянно. Ну, этот баг что-то разрабы так и не исправили до сих пор. Что-то они, наверное, ну, даже не думают его исправлять, я так понял, да? Вот этот баг, блин, галимый. Окей. Неуязвимый. А, у нас сейчас чувиха с когтями, да, будет? Да.
Я тебя понял. Прототип. Прототипша, точнее. Потому что... Так, давайте сделаем так. Хорошо. Отлично. О! Хорошо. Иди сюда. Так. О! Молодец. Так. И все, добиваем. Смотрите, три раза за раунд я ее кританул. Три раза. То есть два раза сделал я тяжелым и вот спецприем, да, добил ее тоже критически. Неплохо, вот этот раунд был отыгран. Так, давайте второй раунд. Прототип. А ну-ка сейчас попробую по этой же схеме сыграть. Давайте опять делаем бросок. По этой же схеме играем. А, уже все, уже все. Ладно, я тебя понял. Я тебя понял, мадам. Хорош. Хорош. Вот и все. Блин, два раунда тупо на идеально, смотрите. Два раунда на идеально я забрал, офигеть просто. Она мне ни одного вообще удара не сделала тупо. Вот что такое, ну, как бы скилл. Ладно, шучу. Так, в принципе, любой может сделать. Ну, если тупить не будет. О, вот начинается, блин, вот эта типша. Меня больше всего в этом ивенте меня бесит вот эта типша и невидимка. Остальные противники то так, знаете, ну, как-то, ну, ни о чем, короче. Так. Блин, вот это... Ладно, давайте что-то будем думать. Так, иди сюда. Хорошо. Да пригинайся, блин. Вот видите, тупо уже хп нет у меня. Просто. Так, отлично. Иди сюда. Вот и все, я же говорю, видите, вот. Тупо, блин, задрался своими теневухами этими. Реально бесит просто. Так, блин, ну как сейчас, я не знаю. Давайте второй раунд. Надоело, блин, со своими теневухами. Так, хорошо. Так, а что ты сделал тяжелый? Ну ладно, пускай будет так. Тяжелый я не наносил, если... Так, давайте добиваем спецприем. Хорошо. Блин, ну на этот раунд оставляем теневуху, да, по-любому. Нужно будет сейчас как-то поумнее использовать эту теневуху, чтобы ей ничего не дать, свою заюзать. Так, раунд 3. Хорошо. Давай. Блин, зачем я мину поставил, дурак? Ладно, ничего страшного. О, давайте юзаем теневуху. Хорошо. Отлично. Тупо не дал ей вообще ни малейшего шанса. Ну, в первом раунде то, что она забрала меня, видите, ну, чисто случайность, то, что ей повезло, что в последний момент у нее набралась теневуха, и все, она свой этот рывок на камах сделала, блин, теневой. Так, и что я здесь получаю? 100 рубинских, да? Идем дальше. Сейчас у нас, собственно, этот сам невидимый, блин, со своей глифой. Ой, глифой, нагинатый, точнее. Ну что, погнали, невидимка. Блин, ну я, так как я без металлок играю, ну как бы, ладно, давайте будем пробовать. Ой, невидимка, вот реально, мне главное в этом ивенте его пройти, его пройти. Ну, понятное дело, если бы я мины использовал, то я его реально на легком прошел с минами. Вот. А, ну, после него сейчас Сакура, это не будет проблематично. Вот его мне главное пройти. И все. Хорошо. Так, давайте. Сделаем так. Отлично. Пока нормально идем. О, еще и бомбочка. С...
Хорош, хорош. Так, первый раунд нормально отыгран. Теневуху я пока переберегу на крайняк, чтобы, если чё, хп себе отхилить, знаете, мало ли. Потому что, опять же, вот этот его крит, блин, больше половины хп мне снимет просто, и все. И на этом наша сказочка, так сказать, закончена будет, да? Короче, у меня есть идея. Давайте сделаем... В смысле, блин? Ты задрал меня, ты, блин. Так. Хорошо. Отлично. О, дружище. О, дружище. Тебе не повезло просто. А, все, у него бомбочка. Отлично. Хотел мне бросок сделать, да? Ну, на 2-0, видите, я его забираю. И это я не использовал металлки, не использовал. Блин, вот именно в тот момент ему нужно было вот этот... Он там нижний удар, короче, я знаю. Он сделал нижний удар и в итоге мою теневуху сбил. У него плюс еще в тот момент, получается, крит горел, да? Именно в тот момент ему нужно было это сделать. Вот как он вообще узнал? Ну, ладно. Это все скрипты, ясное дело, ну, блин. Ну, в любом случае, видите, не используя металлок, тупо я его забираю на 2-0. Стальная сакура, ну, я думаю, это не будет мне сложнее, чем невидимку забрать. Стальную сакуру эту. Хотя, вот это ее теневуха, блин, накапливается тоже. У этой стальной сакуры. Так. Ну, пригинайся. Так. Ну, ничего, ничего. ХП немного нам не отняла. Это сакура. Ничего страшного. Отлично. О, первый раунд вообще, видите? Просто... Ну, пока нормально, видите, я особо напряга никого вообще в этом ивенте не почувствовал. Единственное то, что слил раунд чувихи с камами, да, которая мне забрала в первом раунде за счет своей теневухи. Ну, и с невидимкой пришлось немного попотеть. Ну, так, как попотеть? Я особо так и не напрягался, в принципе. Вот. О, вот это урон, блин. Хорош. Так. Отлично. О, иди сюда. Вот и все. Вот и все. Подождите, неужели я второй раунд на идеально ее забрал? Или... А ну-ка, подождите. Что-то мне не верится. Нифига себе, на идеально? Ну ладно. Что-то, блин, на этот раз я что-то многих забираю на идеально. Не заметили? Так. Хорошо. Иди сюда. Так. Уже пора теневуху юзать. Нефиг ее уже держать. Так. О, и третий. Короче, два раунда взял я у нее на идеально, да, получается. И первый раунд, ну, что-то там, ну, короче, нормально. Первый раунд она мне что-то смогла, да, там, какой-то урон нанести. Но два раунда, видите, на идеально. Хорошо вообще. То есть, чувиху с когтями я вообще забрал тоже, там, где неуязвимость, да, у нее была. Ну, там я вообще красиво два раунда отыграл, то есть, все подсчитывал. Так, бонусную карту я не буду смотреть, так как я играю на эмуляторе. А здесь с бонусными картами в шадике проблемы. Игра сразу вылетает в некоторых случаях. Ну, иногда... Иногда нормально просматривается бонусная карта, а иногда, короче, вылетает. Так, уникальный премиум забираем. Тем же самым сейчас в спринте, получается, тоже набиваем там очевочку. Вот. Так. Плюс, смотрите, сколько мне еще устойчивости накапало. Ну, к миру Маркусу как раз поднакоплю еще устойчивость. Да, смотрите, здесь я тоже дохожу. Так, а ну-ка. А, и в ивентовском марафоне тоже, да? А, здесь получается просто за открытие, понятно. Ну, такая система уже, походу, во всех будет ивентах, да, в ивентовских марафонах. Ну, чисто просто за открытие тоже буду давать очки. Так, давайте сюда переходим. О, смотрите, здесь... Да, как я и говорю, что в этом видосе как раз заберем с вами вот эту легендарную карту в спринте. Шлем мне дают. Шлем дали, да, получается? Угу. И 30 ключей легендарных. Блин, шлем, ну такое себе. Блин, лучше бы реально доспех уже дали. Ладно, оружка фиг с ним. Лучше бы доспех вместо шлема. Ну, ладно, пускай будет так. Что я хотел? Что я хотел? Давайте заходим. А, хотел я зайти в магазин. Вот, смотрите, обновить магазин хочу разочек. А ну-ка.
И да, видите, прокачка шлема с Сакурой уже задешево, видите, могу прокачать. Но это, наверное, его уже вне записи, короче, прокачаю. И да, я, короче, не дохожу, да, до оружки в ивентовском марафоне. Ну, это придется сейчас мне пока приостановить запись, вне записи сыграть, наверное, один раз или сколько там, а ну-ка, подождите, сколько там очков нужно набить? А, наверное, я за одну сыгранную престижку уже и дойду до этой карты. Плюс, я могу еще потом раз сыграть на престижке, то есть два раза, короче, сыграть на престижке. И в этом же видосе прокачаю уже этот шлем Сакуры, да? И посмотрим, что и как у меня будет по силе. Так что, народ, короче, с вами пока не прощаюсь. Я пока завершу запись. Встретимся с вами уже, когда я сыграю два раза на престижке. Для вас это пройдет секунда. Ну, а для меня, не знаю, может, минут 20, не знаю, часа пол, короче. Все, не прощаемся, народ. Так, ну что ж, народ, сыграл я, короче, два раза на престижке. Для вас это прошла вот секунда. Для меня, наверное, минут 30-40. Проходил я престижки в сете судьи. Даже в этом сете, короче, немного долговато проходится. Хоть я даже того невидимку, ну, как и других остальных противников, в этом сете вообще не чувствовал, реально. Даже не напрягался, то есть всегда шел вперед, зажимал, короче, невидимка там, походу, охренел. Давайте, знаете, что я подумал? Я не буду, наверное, шлем Сакуры прокачивать. Ну, там, во-первых, это уникальная шмотка. Там она на 100 или 200 единиц всего лишь прокачается. Тем более, сейчас я вот на пялю, короче, сет Сакуры, и можно зайти в магазин, в принципе, посмотреть, насколько там прокачается, и почитать вот этот шлем. Я хочу что? Я хочу, короче, взять, купить уникальный премиальный бустер пак. Уникальный премиальный. Ну, вы поняли. Премиальный бустер ивентовский. Тем же самым в спринте бустер паков, там вот в этом спринте, да. Забрать вот эти, наверное, рубины. Дойду ли я до них? Должен дойти. Так что я лучше так сделаю. Давайте идем в бустер паки, в раздел бустер паков. Идем сюда. И покупаем вот этот вот премиальный бустер за 1200. В принципе, у меня еще сколько? 150 останется, то уже я, наверное, вне записи, да, дофармлю. Сейчас просто зайдем в магазин. Я сейчас напялю самые сильные шмотки. Зайдем в магазин, посмотрим, насколько бы этот шлем там прокачался. Ну и можно, в принципе, примерно посчитать, какая у меня максимальная сила, да, была бы. Так, здесь... А, плюс еще сейчас за эпический, да, я получу сейчас... ну да... В спринте бустер паков, имею в виду, за этот эпический я тоже получу какое-то определенное количество очков. Давайте. Не, ну вообще, мне кажется, вот этот видос вообще топовый вышел. То есть, смотрите, сколько всего вообще здесь происходило, да? Сколько всяких открытий. Я считаю, что этот видос заслуживает как минимум лайка. Вот так, продолжаем. Да, смотрите, до чего? А, о, вообще по красоте. Еще бы дойти... Хотя, зачем мне эти два билета, допустим, если бы я их забрал, еще бы сыграл два раза на престижке, чтобы до чего бы я тут, сколько бы я здесь набил. А, ну ничего, 60 этих, ничего интересного, хотя можно было бы забрать эти жетоны, допустим, и тем же самым у меня 150 жетонов есть, и за этот... А, ну нормально, там 430 очков осталось, можно что-то да придумать, да. Что я хотел сказать, что забрать эти жетоны, и сразу же можно было бы прокачать шлем, да, уже Сакуры, то есть не дофармливая. Ну ладно, фиг с ним. Короче, идем, куда идем? Идем мы напяливать сет. Давайте надеваем шлем. А, ну да, я же еще забрался с принта. Давайте вот так делаем. Вот так вот. Потом глифа. Почему у меня глифа не черная? Вот так вот. Хорошо. И металлочка. Ну сколько? 147 там, может, ну почти 148 тысяч, да, наверное, будет почти. Ну, короче, 300 силы, да, не хватает. 300 единиц. Ага. А ну-ка, давайте зайдем в магазин. Магазин. Шлем у меня этот, сейчас, давайте. 34 тысячи, да? Вот, допустим, если бы я прокачал шлем Сакуры, насколько бы он прокачался? Ну, не намного, опять же говорю, это уникальная шмотка. Смотрите, 34,88, то есть даже бы на сотку он бы не прокачал. Ну, нормально, в принципе, хорошо, что я так сделал, что я купил премиальный бустер. Не знаю, даже стоит ли вообще его прокачивать, тем более, если честно, мне способность в этом сете не особо нравится. То есть я лучше предпочитаю вот так вот просто набирать теневуху, да, и много раз ее использовать, чем, ну, способность в этом сете Сакуры. То есть она вообще не за один раунд, короче, не успевает набираться, потому что ты противника просто убиваешь, и все, как бы, ну, абсолютно бессмысленная, я считаю, способность в этом сете разработать. Разработчики бы лучше что-то поумнее бы придумали, реально. Ну, я считаю, что вот эта вот способность у Сакуры самая бесполезная вообще в этой игре со всех тех сетов, у которых есть способность. Давайте еще, наверное, хочу открыть легендарный сундук. Вот, может, как еще прибавится чуть устойчивости. Давайте откроем. Блин, сколько здесь открытий всяких. Вообще топ. Да, смотрите, не зря я его открыл. О, навалило еще, видите, сколько устойчивости. Можно, не знаю, давайте еще эпический. Ладно, фиг с ним, уже дооткрываем этот эпический. Кто хочет, можете выключать, если вам вот этот процесс не интересен. Открытие сундуков, ну, имею в виду. За эпические, говорю. Легендарный там еще, ну, нормально как-то может выпасть. Так, еще могу, получается, 3, да, эпических открыть. Давайте, открываем. Так, плюс еще 90. О, вообще, по красоте.
по красоте, смотрите, как сколько устойчивости мне прибавляется. Да, вообще. Сказка, пушечка, просто песня. А, давайте еще сейчас зайдем, короче, в эти, да, в раздел сетов. В раздел сетов. Потому что, возможно, я там собрал какие-то сеты. Там тоже можно забрать устойчивость. Точно, чуть не забыл. Вот. Про раздел сетов тоже нужно не забывать. А то бывает такое, знаете, во время видоса, короче, ты что-то упускаешь, забываешь. Так, давайте идемте сюда. 40 тысяч, почти 41 тысяча устойчивости. Здесь что у меня? О, хорошо. Хорошо-то как, видите? Блин, 41 тысячи не будет, да? Почти 41 тысяча. 40 тысяч 880. Ну ладно, и так нормально. Будем надеяться, что этой весной выйдет мир Маркуса. Ну, к этому времени я уверен, что я поднакоплю нормально уже устойчивости, более-менее будет. Я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что в мире Иту, в третьей части именно, нужно было, получается, ну, чтобы полностью эту третью часть пройти, 35 тысяч устойчивости нужно было, а в мире Маркуса, там фиг его знает, там по-любому, там, наверное, 1050, наверное, этой устойчивости нужно будет. Может, не знаю, ну да, где-то может 1050, посмотрим. Вот, но я же говорю, до весны можно, в принципе, нормально поднакопить, тем более сейчас она фармится, вот вы видели сами, ну, как нефиг делать, быстро фармится эта устойчивость. То есть любых сундуков, с бустерпаков, в магазине также можно шмотки покупать, ну, с этой устойчивостью. Короче, вы поняли. Ну что ж, народ, вот такой получился вообще топовейший ролик, реально, мне понравилось, мне самому понравилось вот эти все открытия, блин. Сколько всего здесь было сделано. Реально, видос заслуживает лайка. Я же для вас стараюсь, народ. Для вас. Ну, все для вас, как бы. Так что такие дела. Вот такие характеристики у моего персонажа. 147 700 силы. И почти 41 тысяча устойчивости. Неплохо, неплохо. В общем, пишите комменты, понравился ли вам видос. А на этом я завершаю ролик. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. Те, кто смотрит мои ролики без подписки, но вам нравится мой контент, я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Нажмите на вот эту вот красную кнопочку подписаться. Вам не сложно, мне приятно. Ну и чтобы не пропускать мои следующие видосы, я думаю, вы знаете, что делать. А именно, нужно нажать на вот этот вот колокольчик. А с вами был Барсук, дальше только лучше, и всем пока!